Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Роман Максимов. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас, в этом выпуске. Балтийский дом. В Санкт-Петербурге завершила работу летняя театральная школа. Россия и Беларусь. Футбольный матч дружбы, посвященный 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел на стадионе МГИМО. Международный выставочный проект объединил в Московском музее команду мастеров из России, Италии, Таиланда, Украины и Казахстана. А теперь подробнее об этих и других новостях. Футбольный матч «Дружбы» Россия и Беларусь, посвященный 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, собрал на стадионе спортивного комплекса МГИМО представителей двух братских народов. За напряженной игрой следила Любовь Курьянова. Матч дружбы состоялся в поддержку союзного государства России и Беларуси, национальных сборных и спортсменов двух стран. Участники матча и болельщики встретились не только ради игры в футбол, но и для того, чтобы вспомнить о подвиге героев Великой Отечественной войны, о тех, кто сражался на фронте и кто, не жалея себя, трудился в тылу. Это любительские сборные, которые составлены из игроков, представляющих как регионы России, так и регионы Беларуси. То есть абсолютно разные города, абсолютно разные территории, вот, но все объединены одним, как говорится, лозунгом «Футбол объединяет». Подобные товарищеские игры проходят на постоянной основе в спортивном календаре, они традиционны и являются важной частью культуры футбольной поддержки. Есть известный этот лозунг «Спорт и мир», поэтому самые лучшие сражения спортивные. Поэтому сегодня это не только сражение на поле, это еще очень важный момент для того, чтобы ребята пообщались, подружились. Что касается итогов и результатов сегодняшнего матча, я думаю, будут абсолютно выигрыши все. Кто они, участники матча? Тимур Калижанов представляет российскую команду, однако в его профессиональном прошлом игра не только за молодежную сборную России, но также Беларуси и Казахстана. Около 10 лет назад Тимур был в составе белорусского клуба «Неман». Тогда за дубль он сыграл 39 матчей и забил 6 голов. На соперников. Очень интересно, какая команда соперников соберется, потому что у нас вроде неплохая команда. Хотелось бы, чтобы игра была интересной и конкурентной. Посмотрим. Футбол для меня – жизнь. В открытии матча «Дружбы» приняли участие представители дипломатических миссий России и Белоруссии, амбассадор Российского футбольного союза Дмитрий Сильников и руководители Федеральной национально-культурной автономии белорусов России. Проведение матча «Дружбы» еще раз напомнило всем собравшимся о том, какую силу духа, стойкость, единение и мужество проявил народ в годы Великой Отечественной войны. Летняя театральная школа собрала в Санкт-Петербурге молодых актеров из стран ближнего зарубежья. На протяжении 10 дней, в разгар белых ночей, все они стали участниками уникальных лекций, мастер-классов, экскурсий и выступлений. Итогами насыщенной программы поделился Кирилл Ислентьев. В театре фестиваля «Балтийский дом» прошло торжественное закрытие летней театральной школы, которая проходила с 19 по 30 июня при поддержке фонда «Русский мир». Проект является частью международного театрального фестиваля стран СНГ «Встречи в России». Большой интерес со стороны русского зарубежья к нашему проекту. Было прислано больше 80 заявок. Собственно, мы отобрали несколько театров. У нас из Абхазии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и России приехали 36 человек, соответственно, которых мы обучали. Лекции по русскому языку, истории русской литературы и театра, практические занятия по сценическому движению, речи и вокалу. Участников ждала полноценная образовательная программа. В дальнейшем они смогут сами применять все полученные знания для преподавания исполнительских дисциплин у себя на родине. Ребята очень классные все. С ними приятно было работать, учиться. И мне кажется, что всегда человек должен чему-то учиться. Нет предела всему этому. Поэтому я всегда готов и всегда рад. Этому. Еще плюс Петербург. Это искусство вот здесь, на уроках. И потом ты выходишь и просто обволакивает тебя это все. И это прекрасно. Здесь нужно побывать. Музей под открытым небом. Для меня это, короче, летние школы такие. Это взаимоотношения с другими странами, с другими нациями. А распространение, это само собой, это обновление моей базы, можно сказать так, да? То есть у меня своя основной фундамент, который тоже учился у себя в стране.
Это как бы обновление, это апгрейд мой. Финалом летней школы стали отчетные творческие показы по каждой из учебных дисциплин. Мы попросили ребят прислать видеовизитки до приезда сюда, и мы все видеовизитки показали нашим педагогам. И они, исходя из этого, составляли план программы своей, что они делают на занятиях, в каком ключе работают. И потом, когда уже ребята приехали сюда и посмотрели вживую, когда они стали работать вместе уже, сами педагоги решали, кто что будет делать. Как заявляют организаторы, летняя театральная школа – это не только важный шаг для развития сотрудничества со странами СНГ, но и поддержка соотечественников за рубежом. А где, если не в Санкт-Петербурге, приобщать молодых талантов к российской истории и культуре? Кирилл Ислентьев, специально для «Русского мира». День семьи, любви и верности – праздник в России, который традиционно отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии. В этом году этот праздник стал общегосударственным. Такой указ подписал Владимир Путин с целью сохранения традиционных ценностей. А теперь к другим новостям. В московском пространстве «Тайный музей мастерская Чарская» открылась выставка, объединяющая команду художников из России, Италии, Таиланда, Украины и Казахстана. Что ждет зрителей в стенах старинного дома в центре столицы, расскажет моя коллега Альбика Ильясова. Международный выставочный проект «Extraordinary Exhibition» – это настоящая феерия эмоций, красок, текстур и творческих экспериментов, созданная художниками, фотографами и арт-мастерами, представляющими различные направления изобразительного искусства. Все они работают в разных жанрах и техниках. Например, фотограф Александра Сергеева снимает новорожденных. На ее кадрах запечатлены первые секунды новой жизни. Художник Ариадна Мэй соединяет в живописи традиции старых мастеров с элементами мистического сюрреализма. А художник декоративно-прикладного искусства Дмитрий Данилов для картин в камне применяет собственную технику художественной огранки кабошонов. Это проект, который объединяет в себе 10 персональных выставок. Каждый участник этого проекта представляет новое направление внутри своего визуального искусства. На выставке представлены 2D и 3D-панно, арт-объекты из деревянной микромозаики, произведения, выполненные в технике горячего витража и эмали, а также фигуративное искусство и художественные фотографии. Это все эксклюзивные вещи, они все в единственном экземпляре. И хочу заметить, что до этого у меня было много выставок, а это смотрится особенно актуально, современно. И вот это разнообразие, глубина идей, которые демонстрируют художники, пожалуй, в данном проекте достигла своего апогея. В персональных экспозициях выставки каждый художник раскрывает суть выбранного им направления в искусстве, а каждый зритель сможет открыть для себя новые грани окружающего мира. Тайный музей мастерская Чарская приглашает насладиться частной коллекцией живописи Людмилы Чарской, ее собственными картинами, перформансами, лекциями и другими просветительскими мероприятиями. За рубежом обостряется проблема развития русского языка. Жители постсоветского пространства обратились в международную организацию «Внуки» с просьбой помочь им. Именно этой теме накануне был посвящен круглый стол в Государственной Думе. В Государственной Думе прошел круглый стол о проблемах изучения русского языка в странах СНГ и Европы. Инициаторами обсуждения стали представители международной общественной организации «Внуки» и депутаты Государственной Думы. Уже назрела необходимость обсудить положение русского языка сейчас в мире, учитывая то, что происходит за рубежом. Да, очень много появилось недружественных стран, которые пропагандируют культуру отмены, практикуют ее, вводят в том числе и законодательно. То есть я имею в виду отмену русского языка и русской культуры. Русский язык – это такой код нации, который тоже подпадает, прежде всего, под такие гуманитарные санкции. Мы считаем, что необходимо активно внедрять, виртуальные площадки, которые позволят продвигать русский язык. На круглом столе планировались выступления и дискуссии о современном положении русского языка и перспективах его развития. Однако заседание перенесли на конец лета. Также было принято решение на следующую встречу пригласить представителей Министерства просвещения, Министерства образования и профильных комитетов Государственной Думы. Мы обратились к депутатам, к
Государственной Думы к Гусеву Дмитрию Геннадьевичу, обратились к Ландратову Яне Валерьевне, вот, чтобы они помогли нам с этой проблемой. Они приняли эту историю, и мы проведем еще один круглый стол, это уже в августе. В августе месяце и потом в сентябре эти предложения будут выведены на парламентские слушания, будут озвучены и министру просвещения, и министру образования. Екатерина Матвеева специально для телерадиокомпании «Русский мир». О самых интересных событиях и жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу novosti@rem.yandex.ru. До новых встреч и до свидания.